открывается. Что надо? Медведь пришел. Медведь пришел? А что, не похожа я на медведя? Можно я так постою, погреюсь? А там на минус 3, это холодно, да? Да там ветер сумасшедший, там капец. 7 метров в секунду, вот так вот, так вот. И снег еще и шел в лицо. Я, знаешь, я сегодня на работе как была. Вот так и вот так. Отлично, и зато было тепло. И этот, у меня вот ты это... Ты в стельках или нет? А? В стельках была? Конечно, только пауэрбанк сел. Молодец. На полдня хватило. Ну, как раз ты полдня отработала. Да. Раньше ты с работы отпустили, видишь, Таня пришла здесь сама. О, видишь? Все, раздевайся. А из штанов провода торчат, отлично. Ага, кто там? Делай вид, что ты нас не знаешь. Домофон открывай, говори. Ой, это не стоит показывать, да? Нет. Как дела? Плохо. Плохо? Понятно, выключай камеру. О, нас я ждут. Думала, что сюда больше. Ты чё, у меня... Я тут при чём? От этих штанов будет отлипать, плохо всё. Ты в него пуляйся, я тут ни при чём. Я всё попала? Да. Что значит мне, да? Мне извини. Мне извини. О, так, главное, чтобы кроссовки нет. Так, ладно. Бабушка уже вышла, уже возле школы. Почти. Да, а то она тоже сказала, говорит, я уже к садику подхожу. Она же там возле своего садика, понял? А, да? Ну да. Так подожди. Она возле своего так, садика. Так, а если она возле своего садика, а я сказал, что сейчас подъеду, надеюсь, она поняла, что надо было к школе подойти. Ну ладно. Ой, погода. Вот то, что они посыпали, смотри, оно замерзает тоже. Так, пошли машину чистить. Вот это дует, ё-моё. Чё так дует? Чё, с ума? А, стойте, подождите. Там не намело? Нормально откроется? Ё-моё. А, так вот еще и дворники сами работали. Ёханый. Ой, у меня дверь. О, да. Сейчас я разгружусь. Дверь не только у тебя. Если что. У нас дворники были включены, если что. А, да? Да, это плохо. Они, наверное, отлипли хорошо. Когда я завел машину, они только сразу же... Ну, ты головешка. Я забыл выключить тебя. А где у тебя этот дизайн? Я пошел чистить. Где у тебя это? В багажнике. Молодец. Давай. Какое серьезное лицо. Капец, лед. А там весь снег, который убирал, он просто вот так слетало. Это все, это реально вчерашний дождь превратился в лед, а сегодняшний снег, который нападал, получается просто он сухой. Ну вот как-то так. Наша бабушка нас ждет. И Тёмик сейчас выйдет. Иди туда. Уже успела и сюда дойти. Ой, лед. Отлично. Почему бы и нет? Он сейчас везде есть. Капец. В капюшоне теплее. Где там Тёма? Привет. Школьник. А? Ой, боже мой, врезался. Все, идем. Привет. Быстрее в машину, там тепло. Так, тут скользко. Так, Тёма, пожалуйста, не надо. Сейчас будет в машине мокро сильно. Идем. И тут надо почистить. Да ну капец, смотри, оно это. Вот да. Большой, это вчерашний, Зай, дождь. Да, я ж тебе сказал. И потом снег. Я ж тебе сказал вчера, говорю, что сегодня будет тоже такое. Угу. Ну смотри, лед вычистил. Все молодец, так. Только не на меня, пожалуйста. Ну уже простите, мне надо дворники, чтобы тут отмерзнуть. Ну да, потому что пропускает. Ну все, давай, я жду тебя в машине. Лед, все белое. Правда, не знаю, насколько он там крепкий, но он там есть. Не, ну сейчас вот 100% здесь рыбаки будут. Вон, я вижу. Есть, да? Вон, на середине аж там. Серьезно? Да. Вот они быстрые. А вот тут точно должны быть. Видишь, поменялся этот, у нас зимняя повадка есть. Мы хотели купить удочку маленькую. Да. И на рыбалочку. Не, Зай, смотри, нема никого. Прикинь.
А тут постоянно... Нет, вот здесь вот постоянно они есть. Уже везде все растаяло, но тут они сидят. Да-да-да. А сейчас... А может, не разрешают здесь? Не знаю. Хотя, что, кто может не разрешить? Вот именно. А сейчас аж там, на той, на большой этой самой, видела два человека. Ага. Две черные точки. Да? Нет. А мы сколько? Пять черных точек? Поезд! Что это за контейнеры такие, да? Ого. Мелкие. Ой, прикольно так поехал. А, то, сверху весь белый. То этот, Dodge Dakota 2006 едет. Ха-ха-ха. В Украину. Так. А ну. Что? Что у них там за такой этот кусок безо льда? А ты небо показываешь? Нет. Я вижу, что да. Я пытаюсь, чтобы было видно его. Дерево не в тему. Вообще. То ли вот так вот как-то, но так тоже не видно. То ли как-то аж вот так. О. Ух ты, как он яркий и красивый. Вот это техника. Красавчик. Вот до такого размера примерно. Примерно. Ты за линию. Додж. Да. Ты за линию. Я понимаю. Вот он, вот он, вот он. Да, вот такого яркий, же яркий, размера. Классный. Такого же. На улице снег, холодно, а люди работают. А что это они делают? Не знаю, яму какую-то копают, а зачем? А, водоканал. Ага, да. Где-то что-то, походу, прорвало. Где-то, походу, прорвало трубу, да. Давайте, давайте, двигайтесь. Шевелитесь булочками. Чуть не откинулась. А, ты еще что? Чуть не откинулась в машине. Что, чуть не заснула? Жарко было. А, нет, это было тепло. Я еще и посерединке сидела. Так, нам подожди, нам, по-моему, или сейчас направо, или следующую направо, я не помню. Да. Молодец, хорошо, что знаешь, тоже радует. Найдем, я надеюсь, что... найдем, посмотрим, выберем, какой нам понравится. Нет, это... наверное... Это ручной инструмент? Да, это ручной инструмент. Я же тебе говорю, что там. Идем, ма, ты что? Вот где-то вот в вот этих краях справа будет, я думаю. А, да, где-то тут мы его и видели. Так, 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 ты где? Вот здесь должно быть возле степлеров, да? Вон, внизу. Да. Вот этот тот, который вчера видел, как раз смотрел. Он, смотри, сколько их. Ага. Ого. Ну, выбирай. Прикольно. Ты смотришь, чтобы оно легко как-то было или как? Я, если честно, не понимаю. Пока. Но сейчас найдем. Тёма нашел этот, как его за... ломик, да. А ломик? Ну давай, смотри, понять, выбирай, сравнивай. Выбирать, как, шо, к чему, понял? Ну вот я на него в первую очередь, да, я про него вчера смотрел, типа, он будет лучше, чем стендли? Среднего качества, не, лучше, чем стендли, скорее всего, что не будет, но он такого среднего качества. А по клепкам у нас... А черный тоже Нима, так... да, я так понял? Сейчас... Нима. Не, я знаю, просто у нас только вот такие. Я на сайте написал? 2-3-4 миллиметра, где, например, там 2 чем-то, там 3 чем-то, 4. Не, ну это, наверное, шо? Скорее всего, что они округляют. Ну, это на стенливый, да, читали? Так, а то, что там на стенде написано там 2, 3, 4, 5, оно все равно идет 2, 4, 3, 3. Ну да, получается, да. Просто округлили, да, скорее всего. А вот этот Top Tools за 500, наверное, все равно, наверное, не будет он лучше, чем стенли, наверное, скорее всего, да? На уровне, наверное, будет. Скорее всего, что-нибудь, ну, я думаю, с монтера взять и будет самое нормальное. Алло. Ну, по крайней мере, он по качеству металла будет нормальный. А, ну да. Типа, что можно было с двумя? А это просто как бы гнутый металл штамповка. Ну, по виду неплохо сделано, конечно. А это типа, чтобы вынять клепки или... А, нет. Ключ открутить, да? Надо даже накручивать эти самые да, насадки. Да, насадки, да, накручивать. Ну да, такой прям металл-металл. Ну, вам нужно посмотреть, сколько у вас вообще как бы... Ну, это такое для домашнего пользования. Я понял. Ну, как бы это все то же самое, куплено в интернете. Просто привезенный, убирайте плюс с наценкой. Ну, это как бы, это... Я тебя слушаю? Нет, это не на камеру. Ну, наконец-то. Ну, короче, не, посидели, ну, повыбирали. Все, ладно, я просто фирму тут знаю, и у нас много... Так, ладно, все. Мама вышла на улицу. Все, плохо стало? Это, говорит, что это. Понятно. Взяли еще и клепки. Так, взяли. Да, мы черные потом себе найдем. Это я так взял, думал, поклацать, попробовать, как смотри она работает. Смотри на этих гавриков. Поусаживались. И нормально. Я хочу такую, как Тёма сидит. Вот такую, такую классную. Или следующую. Как вам? Ты понимаешь. Тёма, вылазь. Хорошо.
Круто? Все, пошлите. Какую секундочку? Тёма должен испробовать. Мама достает карточку, идем расплачивать. На, ну иди. Есть там хоть что-то? Ты в полете? Да. Ой, пахнет как. Ой, да ладно. Не, оно. Мягенький, с сыром, наверное, будет, да? Чиабата. Чиабата. Ой, хруто хрустит. Вот наш. Так и чё, чиабату бери, оно шо у нас? Вот. Он, типа, мягенький, еще хрустит. Куда он сейчас съест весь хлеб? Дома не останется. Так, пускай ест, я же еще не заплатила. Понял? Показывает. Показывал! Красивый, сказал, что страшно. А что ты хочешь? Нам его постоянно мало. Мне сейчас надо сделать кое-что. И плюс потом оставить на бутерброды. Что делаешь? Взяли, свалили куда-то. Мясо? Страх потеряли? Да. Все. Вооружились пакетами, да. И в машину греться. Все готовы выйти на улицу? Я да, ты, наверное, не, да? Да я не, вообще не. Снежок до сих пор, видишь? Ну, ветер хоть чуть-чуть меньше. Идем. Ветер поменьше, зай. Заметил? Чуть поменьше. Пошли. Полегче. Тёма, бегом сюда. С дороги, бегом. Ёлочки, а, нету, а всего лишь 18 число. Ёлочки. Её разобрали. Ну, ой, и тут уже все поснимали, и фонтан вон выключенный, вообще будут снимать. Вообще полностью все, да, все, здесь Новый год закончился. Че так быстро? Мои одноклассники. Где, вот да, это? Да. А. Че так быстро, это Новый год нам решили потому закончить? Что там посылка пришла. Да. Да, мы едем за посылкой. Да, даже Даша говорит, да. Открой меня. Да, не выпускают, да? Открывай. Ты, ты смотри какой. Что ты не открывай, как же мама посылку заберет, не открывай. Я верю, что у нас получится. Большая. Ух ты, а что ж там такое? Чё? Это большое, это хорошо. Всё, поехали. Это я, по-моему, перед тобой заказывал вот это, кстати. Всё, поехали, открывай. Поехали. Ничего себе дует. Капец. Ну давай быстрее домой, Дашка без капюшона. Нет, ну она без капюшона, но хоть шапки, это радует. Ну, это хотя бы да. А в шею ты думаешь, хорошо? Да, мне хорошо. Волостя там. Волостя. Даша. Идемте. Его? Не, ну хоть чуть-чуть на зиму похоже, да, что-то. Ага. Ну, давай, снимай, что такое. Как вам наш стробоскоп? Это ж правильно так называется? Да. Все ждут только тебя. Я так и заметила, Тёма свою курточку оставил там. Даша тоже. Не, так неудобно распечатывать. О! Надо вот. Да смотри, она же или это стукнется, она же не понимаешь, что это кровать. Так, там стол, она в стол врежется. Заяц, она сейчас ударится об стол, будет плакать. О, надо вот эту руку. Даша, ты же не влезешь между столом, лучше не падай. Вот так, аккуратно, аккуратно, молодец. У нас тут распаковка посылки. Привет. Все. Ну хорошо будет, значит. Ну, полежи там. Можно к тебе, мама? Нет, к маме не надо. Стой тут рядышком. Потому что потом не доберешься ни до посылки, ни до чего. Так, раз посылка. Два посылка. Три посылка. Да ладно. И четыре посылки. Нам что, Дина шутка? Прислала? Дина нам еще ничего не прислала. Тёма говорит, это нам Дина прислала. Я вижу только это. Ноги так вылез оттуда. Дай ей руку уже, подними. Смотри, головой об стол. Ты же гонятка. Ой, Тёма. Тёма в другой стол. Можешь сидеть тут. О, о, разобрались. Смотри. Ой. Другое дело. О, даже я влезу. Классно. Так, ладно, первое. Похудеть. Похудеть? Ну да. Я да. Первая. Первая посылка. Вау. В личных отдельных упаковках. Запечатанные полностью. А что ты? Сядь. Да сейчас. А я разве четыре заказывал? Четыре, не припоминаю. А ну, ну раз это... А, их можно? Ну, конечно. Надо разрезать. Нет. О. А ну. О, вот это оно. Ага. Вы это видите? Ну-ка. Да подожди, Тёмочка. Офигеть.
Конечно же, я попозже включу. А ну там какие, достань, пожалуйста, тоже разные? Они разные? Я не знаю, я уже не помню. Вау! Если я не ошибаюсь, я их, по-моему, только две заказывал. Круто! Конечно, не да, разные. О, ну да, это же от одного продавца. Вот. Кайф. А это в подсветку багажника. И получается в салон, которая будет, ну, задняя это. Видите, они тоже с радиаторами. Круто. Шикардосик. Можете по ссылке в описании можно заказать? Да, по ссылке в описании можно заказывать. Та-дам! А еще они не одинаковые случайно ли? Так, ничего не понял. А что одинаковые? А они полностью одинаковые. А в чем прикол? Я их не заказывал. Подарочек? Да это, нет, это в отдельной. Ладно, я посмотрю, но если я не ошибаюсь. Но они же такие же. Точно такие же? Давай, открывай. Ну ладно. По-любому. Та-дам. И еще лампочки. Что вы прикалываетесь? Говорите, Марит, что вы прикалываетесь? А эти вот я потом заказал, которые спереди я говорил, что нужно будет поставить. Да. С длинным вот этим штучкой, чтобы влазила, и маленькая по центру. Вот это да. Прикольно, лампочек, да? Самое основное, то, что они все круто светят. Да, это мы все сейчас проверим. Пойдем на кухню, сейчас все проверим. Если что, ссылочка будет в любом случае в описании. На это все, на каждую. Да. Дальше. Самая большая. А это по-любому для нас троих. Да это все, Тёмочка, для нас. Да? Что ты там так смотришь подозрительно? Та-дам! Wow. Да, я же говорил, это то, что мы с Дашей рядом заказывали. Что это? В смысле, не видно разве? Что? Матрас. Матрас, да, мы заказали матрас для пляжа на отдых с палатками. Да не надо, а, фу, я думал, ты на волосы. Я думала, тоже уже на волосы. Ну, вы да. Что, меня принимаете за такого человека? Аккуратненько. Судя по тому, как ты меня мучил. Ой, а что это такое? А в чем прикол? Подставочка чья-то. Вау! Вот да! Вот да, пинзали! Ага, да-да-да! Тут только две пришло. А две и должно так. Быть. А мы не две заказывали? Нет, две. Полопаю. Не надо ничего лопать, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Только ауту нельзя показывать, походу, да? Да. Закроющие места. Это та, что... Та, да, та, которую на YouTube а, ну, лучше дайте, не показывать. Вот это, дай. И не нам. А, то есть можно ее вставить. А, да-да-да. Ее можно на подставке, чтобы она где-то сидела, или просто на что-то а садить. Почему она так быстро пришла? А потому что бывает быстро приходит. Не так. Вот так типа. Да, да, да. Ты... Только эта подставка, ее надо в любом случае. На двойной скотч наклеится, да. А ну. Так, стоп, тут еще руки есть. Руки, ноги, да. Ой, да, кстати. Тут две руки у нее. Какая нравится, такую выбираешь. Да. А дай одна мне меч. Типа с мечом, а вторая с этим самым с веером. Да катану вообще. Вот так. Нет, вот так. Вот. Да ладно, ну давай теперь. Блин, офигенная, да? А, вот туда не показывай. Туда не показывать? Ой, не буду. Ой, не знаю, тоже не показывай. Блин, классно, неплохого да? Качества, согласна? Да. Это получше, чем да. Да я даже не знаю, ну только та, сколько стоит, а это стоит в 3 раза дешевле. А это же они же их тут и покупают, да, Даша, и там продают. Так. Знаешь, что ты открываешь, да, работает? Вот тут эти вот лямки. А, покрасить можно было бы, да? А может, они красные? Какие? Ну, я думала, вот эти. Наверное. Ну, можно было бы, да. Она бы выделалась покрасивее. Но прикольно, я же говорю, ее вот видите? Вот, а, блин, офигенная. Во второй подставка. Короче, вот так вот она должна сидеть. Даша, я пока поснимаю здесь лампочки. Просто там игрушка, она чуть-чуть это без одежды. Ну как без одежды? Можно же? Нет. Но ты так рукой держи. Да зачем ты на ту подставку? Зачем? Пока в руках так. Ладно. Не, она в одежде, она но... Она в одежде, но сильно такой, что нельзя показывать. Если что, пожалуйста, в Инстаграме сейчас покажем. Переходите в Инстаграм, увидите ее. Видите, у нее там какие эти формы. Да ладно, давай. Да... Она красивая. Она очень красивая. О, вот так ладно, я думаю, можно? Ну да. Спереди в Инстаграм переходите. Прикольная такая. Слушай, я не думала, что она именно такая большая будет. Угу. В общем, прикольно. А подставка, смотри.
Выбирать? На разные. На разные, да. Нет, выбираешь ее, как ей стоять, по-моему, там тоже можно. Нет? Вот так прям сильно. Прикольно, да, Даша? В общем, ссылочки на лампочки, на вот эти вот игрушки в описании. В описании. Класс. Все, я ее поставила, она стоит. А теперь давай в компьютер пыриком. Да. Сейчас рассмотришь. А ну лицо закрой, все лицо, покажи ее сюда, пожалуйста. Прикольно. Классно. Так, ладненько. Сейчас мы... Ой, еще надо ту пойти распечатать. Монтеру. А, да. Он сам его себе включил. А вот это надо было бы убрать отсюда. Хотя бы сюда. За кресло спрятал, да? Да. Давай. Пауэрбанк. Это пауэрбанк, если что. Хорошо, нет. Вы сказали, что плохая идея для пауэрбанка? Она все, сколько нам телефонов зарядил на. А вот на сколько он? На 12 ампер. 12 вольт? 20 ампер. Нет, 12 ампер. Это сколько? Это 12 тысяч миллиампер? Да. Наверное. Так, стой. Я не шарю. Вот ты меня сбиваешь, я пытаюсь распутать, а ты мне задаешь такие вопросы. Так распутывай, кто тебя кто держит? Кто это же ты сделал? Это крокодильчики. Не знаю. Нет, это не крокодильчики, это крокодилы. Крокодилище. Крокодильщики надо будет купить как-нибудь. А это крокодилище целое. Держи край тут. Ай. А ты, Свет, если что, в руках держи. А он там. Так, все, давай. Жучка. Минус. Нет, я уже держу. Плюс. А ну, Тёма, оттекай. Плюс-минус здесь без разницы. Да? Наверное. Вау. Так. Вау. Хорошо светит. Но ты же не забывай, что это сейчас, когда включишь машину, она даже будет ярче. Да, отлично. Давай следующее. Ну, хотя здесь 12 ампер и 12 вольт. Давай следующее. В машине там уже посмотрим как. Вот сейчас оно светит так. Вторая такая же. Светит. А ближе. Пока. Работает. Ну да, во-первых, она же... Я еще просто руками чуть-чуть закрывал. О, вот так вот. О. Вот, да, оно. Нет, это на кровать-то, да? Неплохо освещает, да? Так, следующий. Вот это будет сейчас... Супер. Прям хорошо должно. Со всех сторон сейчас будет. Раз. Берегите глаза. Круто. А ну, Тёма? Ничего себе. Ай. Мне кажется, ага. Видите, как освещается? Офигеть. Круто. Прямо очень хорошо. Вот эти. Да подожди, надо же проверить заодно же их, как они. Давай. Она одинаковая. Да. Только теперь я ее плохо вижу. Нормально. Отлично. Все работают? Давай. Все, да? Все, убирай. Да. А то теперь у меня не зайчики в глазах, а эти кролики. Самые. Ой, это надо. Нет, включи лампочки свет, в глазах. У меня тоже кролики. Включи. О, у меня в глазах тоже кролики. Открывай. А тут ее надо именно, видишь? Вот так. Где вот так? Вот так. И вот так. И вот так. Какой кошмар. А это будет вот такая маленькая, именно тоже она будет как раз для салона. Так, тихо. Давай. Хорошо. Слышь, ничего себе. Масенькая, да, такая удаленькая. Прикольно? Круто, дальше. Видите сейчас, какие лампочки классные? Они без синевые, видишь, она белым-белым светит. Да, дневной свет. Никаких синевые нету, ничего нету. Прикольно. Так, сейчас вторую проверяем. Этот. Я завтра уже машину поставим. Поставим? Мере, узнаем, что к чему. Я согласна. Ну. О. Работает. Работает. Все светится, да, везде? Да. Дальше. Да, прикольно. Все? Да, все. А, ну я сейчас у тебя проверю, включай. А. Ну, должно.
Супер. Должно быть неплохо. Видите, они на таком... А эти они как сделаны? Они на радиаторах припаяны. Да. На металлический, на алюминиевом радиаторе. Выруби вот эту штуку. Зачем? Или давай проверяй. А этот самый, потому что опасно. Да ничего. Там дынь, и все. Ничего ему не будет. Так, надо... Блин, эти такие прям, да? Увесистые. И мощные. Я понял, что ты туда присоединил. А, на черненькую попал? Да. Все, нормально. Все, везде? Да. У-ху. Как тебе? Скажу, тут вампир, мне не нравится. Неплохо, да? Как вампир, говоришь? Да, эти все тоже, да, там? Да. Вот это они светят. Все, отлично. Все Дашка, идеально. Смотри, специально ко мне ноги свои поставила. Смотри, в общем, все, все светится, все работает. Ой. Круто. Наверное, это все в пакетик сейчас. А, оно все не влезет. Это что было? Чтобы башкой бахнулось? Я хотела так лечь, я думала, Диман, дальше такая, хоть ты ищ. Отлично. Все, классно. А теперь я пошла делать кушать. Ты пойдешь кушать? Да, тепло. Смотри, ну, вот эти мы в этот пакетик положим, а эти вот. Ага. Не, я прошел. Это хлеб, это Тёмин компот, это мультиварка. Хватит. Так, хурма. Сережа сегодня взял. Что там у нас по цене? Другий сорт. 23,41, почти за 850 грамм. Так, помидорки. 20 гривен 12. Тоже другий сорт, но они как, они хорошие. Капец твердые. Видно? 700 грамм на 20 гривен. За килограмм 27 гривен. Это такое лето цены. Два сыра, не знаю, зачем так много, но вот два сыра там я сегодня взяла. 34,34. Семечки. Ой, это панировка для курицы. Угу. Здесь получается панировочные сухари со специями. Так. Клёпки ваши. О, клёпки. Будем пробовать сейчас играть. Пекинская капуста, 300 грамм на почти на 10 гривен. Видно. Еще семечки чищены. Мне нравится работать. А те ты забрала уже одни, которые были, да? Да те я уже съела, но это вызову. Вторую пачку тоже? Да. Я же ее припрятал. Ты ее нашла? Смотри, она вот тут была. Так я ее спрятал. Обычно говорят, спрятать она на видном месте. Чеснок. 10 гривен. Когда такое было? Чеснок за 10 гривен? За почти 300 грамм. 36, 37 гривен килограмм чеснок. И куриные ножки. Ой, если камера дергалась, то пришла Даша. Ножи у нас... Кило 116 на 64,62. Все. Свободны. То, что ты так играла. Она будет, вот наверху. Как будет что-то готово, я позову. Так, ладно, сейчас будем проверять лайфхаки. У нас есть вот такая лампочка. Она 20-ваттная, по-моему. Если... Пятнашка. Если криво снимается, это... То есть она перестала работать. Говорится в интернете, если... вот видите черная точечка? То есть, если здесь есть перегоревший диодик, я его знаю, надо поставить видно. Без разницы, чем-нибудь спаять, чтобы он проходил через него ток, то она будет работать. Сам мы выясним, так ли это. Есть патрон. Это если что там Даша просто снимает. Если что-то будет не так, то снимает Даша. Да, оператор. Так. Вынимаем это. Берем оператор номер 3000. Вот так. Блин, только я не взял чем проверить. Чем его это перемкнуть. А, сразу говорю, извиняюсь. У меня руки. Сейчас я приду. Да, я вернулся, если что. Мне стол поможет поснимать видео. Да, спасибо. Правильно, стол. Стол лучше, чем я, да? Да. Все с тобой ясно. Лайфхаки с интернета работают, зай. Иди сюда. Смотри, смотри. Работает лампочка. Ничего себе. Берем паяльник. Выпаиваем. Ой, насмотрелся. Все, оно работает. Реально. Выпаять его получается. Да или выпаять просто либо чем замкнул этого. Главное замкнуть. Там дальше. Да, просто будет без одного диодика. Делай. Прикиньте. Делай. Какой я? Умничка, поздравляю тебя, так хотела делать. А я ее хотел выкинуть. Помнишь, ты говорил, выкинь ее, она не работает. Да, да, да. А я говорил, нужно будет как-нибудь ее разобрать и проверить этот
Лайфхак. Делай. Тебе прикольно. Мне это нравится. Умничка. Он променял меня на какой-то стол. Даша просто снимала, мне приходилось так заглядывать под камеру. Подожди. Если она тебе тоже там поможет, боюсь, мы кушать сегодня не будем. Я просто сама сделаю это все быстрее, потому что по времени. Да ладно, шутка, сейчас будем делать. Сейчас, я позову. Угу. Ну и что там? Осталось. Ой, это запах. Тебе нравится? Есть, выпаял. Да. Это выпаялось, только я надеялся уже припаивать, оно только выпаялось. Бывает. Ага, то есть надо только перемычкой или... О! Ну как? Выглядит вроде припаянным. А ну покажи. А что покажи? А давай просто... Дай! Выглядит припаянным. Давай. Ну чё? Работает. Ты скажешь, как вот это? Не понимаешь? Отлично. Ты хотела, чтобы я её выкинул. Ми-ми-ми-ми-ми. Хотела. А теперь её повесишь в коридор. Да, 15 ват. Только снимешь эту голубую штуку. Ту чёрную? Переделать всё-таки. Голубую эту. Не, просто сам плафон сними, пожалуйста. Какой плафон? В коридоре. Вот тут, голубой плафон. Вот этот. Вот этот голубой плафон. Его можно просто снять. И что это будет? Да? Думаешь? Ну хорошо, можешь этот полностью сделать. Ты специально скажешь, что в коридоре оставим вот этот. Пожалуйста, отлично. Би-би-би-би. Я вообще занята едой. Иди делай. Что значит иди делай? Ну и пойду. Чё? Что это такое? Сейчас камера запотеет. Не запотеет. Отойди. Отошел. Просто вот тут невозможно это. Ничего сделать. А там не помещается это. Ты шифришку решила? Да. Зачем? Ты богатая на масло у нас, смотри. А? Таня, богатая у нас, Даш. Ты не знала? Так это только мне на один зуб. Так, вот еще. А то и мне на второй зуб. На второй зуб тебе будет другое. А, отлично. Там картошка фри делается. Ты че? А? Ой, а почему? Мне вообще, да. Тебе? Да ты сейчас через одну минуту домой идешь. Нет, она еще на час будет. Не бежать! Давай, давай! Мы с вами покушаем. То не говори, да. Старый! Ничего страшного. Она вообще меня бабкой назвала. Тебя бабка, а я старый тебя назвал, да? Все, я пошла. А, поплакать пойдешь? Так. Могу быстро успокоить. Чего за кипиш тут, я не понял? Это ты соседям расскажешь, что ты кушать готовишь? Да. Они только что им постоянно рассказывают 2 часа ночи. Да, на полном серьезе. Главное, спокойно. Они могут, да. О, хорошо. Да давай уже доделывай. Там нету, тут все еще доделать. Нямкать хочется, если честно. Так, теперь я взяла вот эту штучку. Это курица. Это отбитая курица. Отбитая курица? Да. Извини. Что такое? Что тебе? А тут Даша сильно заигрывала ко мне просто. Нет. Ну, теперь в муку ее, а что там оно? Яйцо. На ногу на мою смотри. А где панировочные сухарики? Зая, на ногу на мою смотри. А что там будет? Даша! Мне мужа покалечила. Что мне теперь с ним делать? В больницу не отведу. Зая, я знаю, на мороз. Да, такого Тёма меня лечил холодными руками. И жарить. И получится... А жарить на сковородке какой? Вот так. А что это? Это такое вкусное будет? Да. Это будет как в KFC? Наподобие. Даша, код, пожалуйста. QR-код. Что жжешь, QR-код? Там тоже говорят, что рогулечки спрашивают. 09N34. Что это такое? А, ну да, что придумала, то и сказала, правильно. А вот такое надо ими говорить, когда это... Да, я как монтировал то видео, получится, на предыдущее там, или предыдущее было. Я, и, Зай, там девушка, которая, ты, она увидела, что ты камеру взяла, она вот так посмотрела. Иди сюда.
Да? Да, такая глазами. Это просто мы половину вырезали, там много плохих слов было. На них. Да. Могу, умею, практикую. Все, давай, особенно готов дальше. Особенно в таких случаях. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не хочу туда упасть. Да, ты там... Я выключаю камеру, а ты следишь, что сзади происходит. Крис! Капец, куда мне его прятать? Стояла на полу, увидела, забрала. Стояла тут, увидела. Так! Выйдите. Зайдете, что одному за ухо, что второму. Я хотела урток. Да, я хотела принести каждому отдельно, но так как у некоторых нету времени, несу вот там. Не знаешь, у кого, дай? Понятия не имею. У кого нету времени? Даша, фу. Даша, фу. Еще одно слово, и я положу ее. Еще одно? Ладно, бегом быстренько в рот. Ам. Если что, я ничего никому не скажу. Она просто потом увидит на видео. А так, в принципе, я ничего никому не скажу. Не, она ничего не ела, не переживай. Дай. Когда буду монтировать, потом увидишь. В любом случае, как говорится, правда вылезет. Рот каким-то боком. А. Рот? А. Точно? А, Б. А руки, карманы, другие места, уши. Куда ты засунула там, да? Ничего, у меня поясок опять. Так, ладно. Так, Тёма. Салат, и картошка фри и KFC. Типа того. И заметьте, без всяких этих кодов. Нет, я Даши требую. А, да? Так, а что, у нее нема. Так что... Нет, ничего, нельзя говорить. Ничего. Руками, правильно. Все, Тёмочка, бежи, грызи. Тёмка, бежи. Во, на здоровье. Стоп! Нет, спасибо. На здоровье, только аккуратно, пожалуйста. Передо мной поставил специально, да? А? Передо мной специально. Да. Да она сейчас поделит, не переживай, все будет хорошо. Это знаем мы тебя. Нам потом ничего не останется. Видишь, как он издевается? Нет, я хочу комментариев. Каких? Чем что-то неправильнее делаешь, тем больше пишут комментарии, Даша. Мне? Тем интереснее все становится, да? Да. Я знаю, что Сережа вырежу, так что... Отлично, договорилась. Даша, блин, вот у меня тут работа. Сиди, ищи теперь тот момент. Так что тебе только меньше всех осталось, досталось, да? Ты типа меньше всех себе, да? Да. Ну ладно, главное, что мне с Дашей одинаково. Нам по три, тебе по две. Ну, хорошо. Сочтем. Чайник поставила? Спасибо. Я чай не буду. А кто тебе даст? Сама сделаю, надо сказать. Ну, кстати, да. Что оно такое там? Мясо в панировочных сухарях должно быть супер вкусно. Должно быть офигенно. Но это получается по логике то же самое, как вот это в KFC делают. Так же самое. Ну только ж там ножки всякие это. А здесь отбивная, прям хорошее мясо было сделано. Я не знаю, что там за мясо, правда, она делала. Неплохо, да? Я в раю. Понятно, здесь еще раз мы сделаем. Только когда мы домой нормально вернемся. Вовремя. Ничего у вас. Нету. Нельзя на камеру показывать. Все, идешь? Да. Вкусно? Я смотрю, что я так сижу и Даша так сидит. Вкусно? А ты говорила, что здесь просто мясо, панировочные сухари и сыр? Тут получается сыр, мясо, мясо в муку, потом в яйцо, а потом панировочные сухари, которые со специями. Офигенно. И обжарить. Серьезно. Вот, видишь как. Вкусненько? Приятного аппетита еще раз. Как так получилось? Приятного дальше вам аппетита. А мы бы Даша поели. Знаешь, что там не хватает только? Ты должна еще взять вилочку и покормить. Давай, хоть помидорчик. Так. Вкусненько. Тёмочка, дай Даша маму кормит. Вообще-то. Смотри как. Смотри так. За мамочку. За мамочку, за Сереженьку, давайте. Давай за Сереженьку. Дам носочек. А я пойду чай сделаю. Давай за Тёмочку. Давай за Тёмочку. Давай за Дашу. А-а-а. За салат.
Смотри, и доела. Смотри, и доела. Так вкуснее, да, по-моему? Да. Намного. Я не помню, когда мне такое было. Я вообще этого времени не помню. Ну, понятно. Никогда не приняли формочки. Только моего брата. Кто ему 16 лет? Слышишь, я даже помогаю. Пошли чай делать. Так, погоди. А у меня вон что ждет. Положи ее. Да ладно, что получилось. Мы что даем? Мы что даем? Я не знаю. Ты доедай. Спасибо. А вообще-то вон мог бы доесть. Все, ты спать? Да. Пусти меня. Мы наелись. Вроде немного, сколько мы тут съели, да? А это? Стой. Ага, ага, все, все. Приучила все. Ладно, не буду прыгать. Нет, просто вот, нет. Все, прыгнул назад. Все, я держу его. Заранее звони, я, возможно, завтра дома буду. Это не точно. Давай, все, пока, давай, пока-пока. Твой чай, где мой чай? Где твой чай на кухне. Делаешь? Да, делаю. Теперь поправляю все за всех, да? А ты, кстати, распаковал? Нет. Давай! О, несут мне чаёчек. Чек. Кофеёчек. Ты сегодня умничка заслужил. Да? Да, заслужил. Поэтому я удаляюсь на кухню мыть всю посуду, которая осталась. А теперь разрешаю попить кофе. Спасибо. Давай, Тёма, он доедает и... Слава Богу. Хочу эту штучку распечатать. Сейчас попьёшь чай. И еще надо клепки найти где-то, чтобы заказать. Угу. Бежи. Надо на чем-то найти и спробовать это все. Послушай. Если мы вот эту штуку распакуем и на ней же попробуем одну. Ладно, бежи, хорошо. Попробуем на ней же. Ну так. Я готова. Давай, сюда иду. Я тоже готов. Монтеру. Будешь должна. О, это мне на завтра? Нет, будешь должна. Спасибо, очки. Ой, какой стол вытертый, красивый. Да, доставай. А, ты уже тут? А где я ножик? Положил на место? Так, ну, зай. Ну, чего ты спрашиваешь постоянно одни и те же вопросы, которые, они, они не меняются. Ну, где ножик? На месте. И где отвертка? На месте. Все должно быть на месте. Идем, включит свет на все. Вот. Спасибо. Давай, так. Распечатай. Аккуратненько. Аккуратненько имеется в виду руки аккуратненько. Может, я сделаю? А то что так? Я не хочу ножик испортить. Неаккуратненько ты выглядела. Но... это все. Ну, а ты хотел, чтобы я это сделала? Я не хотел, ты сама взяла в руки. Ну ладно. Чтобы я хотел. Ну, как потом я попробую. Можно. Вау. Дай, дай. Так, это у нас прорезина. Да, резина такая гладенькая. Ну, ты знаешь, толщина. Вроде такое цивильное. Это же насадки, понимаешь, они отсюда выкручиваются. А, да? Да. Прикольно. Кстати, я только заметил. Ключик. А у всех видела, просто лежал рядом? Не у всех, но было. Где у всех, только у этого, а у одной тоже там где-то резиночку вставят. Да. А это вообще прям, видишь? Ну, ключик выкручивать эти и закручивать другие. Видишь? Прикольно. А это на сколько шеста? А это, походу... На 2,4. А вот это вот что-то откуда разбирать можно. Походу выкручивать. Или подтягивать. Прикольно. С этим еще разберемся. Давай, давай, давай. Попробуй. Только вау. Аккуратно. Неплохо, да? О. А сейчас. Так, там, походу, стоит сейчас 3, и сколько оно там, 3,2? Кто его знает? Потому что самая маленькая посередине, потом идет самая верхняя, потом самая нижняя, и потом верхняя сверху вторая. Берем, достаем одну штучку. Я уже достаю. Прикольно? Одну штучку. Ну, есть? Пролезь. Хорошо. О, дюрка. Типа это получается надо сделать вот так. Это пробная учебная.
Это типа надо до конца просунуть, правильно? Ага. А пальцы оттуда убери, пожалуйста. И типа нажимать. Ух ты. И шо? Ого. Может, двумя? Зай. Не, я одной справляюсь. Пока. О! Ого. Ну, как бы. Это пробная. Тут обломалось, видишь, не там, где надо. Но ничего себе. Здесь все красиво. Здесь оно, так... оно там и так и должно так остаться? Вот это не должно было торчать. Так. Выпало. Все. Ну его можно даже и так вот, никуда не вставляя, просто посмотри, как он это все делает. Понял? Смотри. Так. Раз. Понял? Отодвинули дальше, перехватил. Два. Наискосок чуть пошло. Ну потому что нету жесткости. О, тут я откусилась, да. Чуть-чуть резче, просто надо передавить. А ну еще одну попробуй. Ты понял? Да. Пробуй еще одну. А ну, а теперь резко. Раз. Раз. Три. И на три, да? Вообще идеально. Можно я попробую? То, что с вот этой стороны, поняла, вот здесь, как оно, это не важно. Вот это то, что наискосок? Да. Можно я попробую? Оно, главное, видишь, вот здесь обжимает. Ну, скорее всего, нет, оно так не будет. Скорее всего, знаешь что, слишком... Я же говорю, нету жесткости. Нету тоненькой плоскости. Там же должно быть, типа, ну, хотя бы вот каких-то пару металлов заезжать. А тут еле-еле пошло наискосок. Потому что здесь уже есть плоскость чего-то. То есть, на вот это как оно... Все правильно, я же говорю, надо жесткость какая-то. Прикольно, да? Думаешь, вымется? Да, ну... Ага. Выпихай. Ничего себе. Ну, в общем, прикольно. Я бы сказал. Понял? Угу. Мне нравится. Так, теперь про запас. У нас есть вот эти. Стальной такой цвет. Угу. На всякий случай. Но мы хотим заказать цветные. Ну, в смысле цветные? На... Черные. Да, ну и пускай, да, этими, пожалуйста, теперь можно скреплять все, что хочешь. И я закажу черные, тоже такого же диаметра. Надо будет померять вот этот же диаметр. Сейчас одну и пойду в фаре померяю. Давай, я принесу сейчас. Да. Не. А что ты, зачем ты все собрала? Я не знаю. Ты понимаешь, одну засунула теперь. Ой, еще и все правильно поставила. Да оно просто красиво. Все вместе. Так. Да. Оно? Да, да ладно. Четверка, да. А если 4,8? Четко, пятерка заняли. Вот так вот будет аккуратненько, только черным цветом с этой стороны. Круто. Ты же поняла. Да. Вот так, он сюда влазит. Отлично. Все, и будет вот так вот. Просто небольшая вот такая черная точечка-клепочка. А оно же на клепках и было. Да? Да я же их отковыривал. А-а-а. Так что... Тогда хорошо, интернет нам в помощь. В нете сейчас найдем, закажем, и придет оно нам все. Ну да, цветные, походу, придется заказывать на саму новую линию туда. То есть у них на сайте можно заказать. Потому что в магазине сказали, именно в наличии цветных нет. Ну прикольно. Вот как-то так. Ну ладно, тем более, кстати. Для домашнего использования раз в год. Цена 285 гривен. Мы купили за 212, плюс у нас сколько бонусов, там минус 50 гривен, по-моему, где-то. Потому что вот это вот 35. Не помню. Короче, получилось, в общем, 50 гривен бонус на стену. То есть мы это, вот это и вот это вот, 200 гривен нам обошлось. Да. Ровно. Да, это ровно, да. 200 гривен человек. Без копеек даже там. Но главное, я сделаю 4 дырочки таких. За 200 гривен. Да ладно, может нам еще потом пригодится. Да, пригодится на дальше. Это хорошее дело. Конечно. Я просто говорю, что именно на данный момент мы их купили ради 4 отверстий. Да? Все, собрал, унес? Да, да. Или я унесла? Ладно. Давай закину сюда. Я унесла. Пускай валяется в этой упаковке. Правильно. Ты чё, пока я Тёму улаживала это, без меня? Так ты ж спала. Я не спала. Итак, короче, я пошла Тёму улаживать и заснула. На целый час. И меня никто не забрал. Ну ничего страшного, я работал. Я поспала, Серёжа поработал. Сейчас я буду гулять, и Серёжа будет спать. Нормально, так и должно быть. Так что всё, давайте, до завтра. Да. Ты пока спала, там, я не знаю, там унесенные ветром.
А я и говорила, что завтра будет ветер. Там я прям сижу такой. Там такое дует, эти серьезно. Ой, если у меня рука телепается, простите, у меня она затекла. Все, давайте, ребят, до завтра. Нет сил. Да. Пора спать ложиться. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте за колокольчик. Всем огромнейшее просто спасибочки за донаты. И всем пока. До завтра. Пока. Все ссылочки на товар, что сегодня был, переходите, смотрите. Лампочки классные. Я уже не первый такие заказываю. Поэтому... А еще переходите на наш новый канал и подписывайтесь тоже туда. Да, там выходят летние видео. Палатки. Их там будет... Моря и все остальное. На месяца два точно. Ну, все, которые должны были быть на основном канале. Да. Так что пока будут тут. Так что мы решили сделать так. Да, нечего ждать уже, там уже скоро новые будут сниматься.